Сегодня состоится театральный показ студентов третьего курса театрального факультета МИТРА, мастерской Олега Фомина, по пьесе Александра Гельмана «Скамейка». И впервые спектакль покажут на новой сцене, в уютной, почти домашней атмосфере театрального особняка. Театр камерный и расположился в подвальчике старой пятиэтажки в самом центре Москвы. До спектакля осталось немного времени, и мы еще успеем узнать у актеров, какие у них впечатления от новой площадки. Пойдемте со мной. Особняк – достаточно известное театральное место в Москве. Но если раньше наши студенты показывали «Скамейку» на сцене Дома культуры «Стимул», где зал вмещает 400 человек, то теперь же пришлось всего за 3 часа адаптироваться к новым стенам и к маленькой сцене. Тебе нужна? Ненормально! Впечатления разные. Сначала мы пришли и немного расстроились, на самом деле, ну, потому что маленькое пространство, и мы не привыкли к такой работе. Но потом мы резко как-то воодушевились, что ли, и нам стало это интересно, и мы очень хотим попробовать. Кроме творческого развития, выход на новую сцену дал студентам возможность проявить себя и в деловом ключе. Ребята сами своим трудом заработали, уже продали билеты на этот спектакль, заплатили аренду за это помещение и немножечко даже попытались, и получилось у них заработать денег сверх. Спектакль «Скамейка» рассказывает про людей, которые обычно в театр не ходят. Она – контролер на чулочной фабрике, он – шофер. Эти двое случайно встречаются на скамейке в парке и за 1,5 часа спектакля проходят путь, по выражению драматурга, от взаимной лжи к взаимной искренности. Добрый вечер, дорогой. Добрый вечер, дорогая. В постановке мастера курса Олега Фомина и режиссера Максима Микрюкова на сцену выходят 7 актрис в образе Веры и 4 актеров, исполняющих роль Федора Кузьмича. Извините, Федор Кузьмич, отец 2 сыновей, работающий на автобазе, ниоткуда не командированный, проживающий на улице Красноармейской с супругой. Ты все сказала? Я могу идти? Я сама сейчас уйду. Да дура! Ты же все испортила, дура! Интересно, что автор пьесы Александр Исакович Гельман знает о таком необычном прочтении и даже обещал посетить спектакль. На самом деле у нас даже есть такое у ребят соревнование. Все время держим в голове, что будет Гельман, будет Гельман, будет Гельман. И они друг за другом следят, кто точнее текст скажет. Ведь потом при драматурге он же эти слова выбирал, старался, его труд был, чтобы, ну, как сказать, не упасть в грязь лицом. Не упали в грязь лицом студенты-актеры и сегодня. Зрители были в восторге и смогли по достоинству оценить оригинальную идею постановки. Главное необычное, я считаю. Главное то, что есть чем удивить, и это очень здорово. Я считаю, что только ради этого я хожу на подобные мероприятия, и это удалось на 100%. У ребят большие планы. Скоро они покажут «Скамейку» на сцене Дома актера на Арбате, в центре Казанцева-Рощина и Доме культуры ЗИЛ. Так что можно уверенно сказать, что пока студенты учатся, спектакль будет жить. Яна Борисова для молодежного интернет-телевидения.